Сегодня мы с вами распакуем бюджетную, но огромную колонку. Эту колонку мне посоветовал мой зритель, подписчик. Напиши в комментариях, что эй, чувак, это я. В общем, пишет мне, у Свена вышла там какая-то PS, там что-то 500 какая-то колонка. Офигенная, а вот есть еще новая. Какая новая? Сейчас посмотрим. Так. Видно меня там, не знаю. В общем, вот такая колонка сегодня у нас будет на распаковке. И он написал мне, чувак, ну, от предыдущих смарт-часов, наверное, этих вот. Сорянович. В общем, написал мне, говорит, что так и так у друга слышал. Говорит, вообще охеренная. Что у нас в этой колонке есть? Во-первых, написано 50 ватт. Это такое себе. Сами прекрасно знаете. Труансмарт пишет там, вот эти все ваты. Все пишут, типа, много, ладно. Караоке, типа, сюда можно микрофон подключать, FM-радио, флеш. С флешки можно проигрывать, с микро SD-карты, LED-подсветка есть, ну здесь вот у нас, значит, все это показано, вот оно, типа синий-зеленый, и у нас литий-ионовый аккумулятор. Насколько он, сейчас посмотрим, ну, нарисовано, как ее еще брать или класть тут, значит, да? Ну, ладно, давай смотреть. Ага, тут беспроводная передача сигнала по Bluetooth, беспроводная соединение по двух... Надо было, сука, две брать. Ну, ладно, ладно. Да, все это есть. Возможность подключения к источнику звука по проводам. Окей. Смотрим. Продался, отписка, вся фигня. Вот, вот. Видите? Чтобы не воняли там вот эти вот говнюки, которые там тебе заслали. На, не заслали, купил. Бля. Под помощь оператора. Да. Инструкция, auxiliary, то бишь, он же AUX кабель и micro USB для зарядки. Бля, я сейчас этой колонкой стол сломаю. Тяжелая, сука. Во, а вот такая вот колонка у нас, значит, ну, похоже чем-то на, как она, Patibox 300-200, но, естественно, она поменьше. У нас рукоятка есть, где написано CDM, все дела. Мне, кстати, подписчик сегодня в теле, в инстаграме написал, говорит, Свен мне что-то напоминает этого, говорит, овцу, которую, овец трахал, бегал этот, как его... Баран этот черный. Не играл такую игру, нет? Там дед еще кричал. Ладно, не обни. А колонки, да? В общем, все эти шильдики в очко срываем. Значит, есть дырка для низкочастотных, значит, у нас низкочастотных частот, да? Низкочастотного звука. Здесь два твиттера и среднеполосные динамики. Сзади у нас нихера нет. Собственно, ее можно поставить так, либо у нас вот еще две вот таких вот есть. Вот так можно поставить, да? То есть, ну, хоть поставь, хоть положь, как в той поговорке, да? И здесь у нас что есть? Вот, блин, как бы я так, суку, подержать. Короче, подключение микрофона, то самое караоке, о котором мы говорили. AUX, чтение карт, USB, включение... Выключи, а это не кнопка, это такое релешка. Зарядка ее, и значит это программированные, скорее всего, эти самые программы передач радио, режимы переключения, то есть, да, источник, откуда будет играть, это TF-карта, USB, то есть mode режим, это выключение, скорее всего, подсветки, эквалайзер, обычно такая себе штука, и, собственно, Delay TVS, это, значит, мы такие две колонки можем, сука, подсоединить, надо, знал бы, я бы две взял. Ну, это, собственно, управление музыкой и обновление. Управление громкостью с ограничителями, эхо, это, скорее всего, под микрофон, если вы хотите, как в горах, там, эхо-хай, эхо-хай, ну, вот так вот кричать, и, собственно, и громкость микрофона. Ладно, все это лирика, давай это все дело включать. То есть, вот так вот у нас светятся наши колоночки, это два среднеполосника у нас горят, ну, собственно, есть вот такой режим. И режим выкл. То есть три режима, они меняются или меняются, значит, пульсируя, либо вовсе выключаются. Ладно. Вот это... Я вам сразу скажу так, вот это звучит, где эта херь? Где, где? Вот это стоит 5000 рублей, 4990, никто не знает, это Газгольдер, видите, Вася Пупкин, Курочкин, вот он. 5000 рублей, это 5700, 5699, 700 рублей добавь, и вы получите просто отменное звучание. Я не знаю, я специально пока распак... Мне уже сразу с первых аккордов она понравилась. Это просто мощно, блин. Качество звучания мне нравится. Ну-ка. Ну-ка, вот эту.
Это классно звучит. Чисто прозрачный. Вы знаете, я думал, что вот тут АЧХ типа от 40 Гц, да, до, там, не помню сколько там, 20 кГц. Я думал, что басовая не будет. Реклама? Не будет отдавать. Хорошо. Я даже максимум боюсь выкрутить, потому что она просто вот, она, я боюсь, что порвется все. Еще и прогреть, если колоночку, прям будет в самый раз. Сейчас еще разойдутся среднечастотники, прям хнукало в одном. Сейчас из соседнего офиса прибегу, скажут, ебанулись, блин. Я теперь знаю, как тебе, если голову вдруг намочило, тебе с феном можно. Вот, пожалуйста, включил и... Очень хорошо звучит, прям замечательно. Ну и я не знаю, вот стоит ли вот с этой писькой сравнивать от Газгольдера, нет? Ну давайте, ладно, просто чтобы кто-то задается вопросом... Гитара? Кто-то задается вопросом, может быть, кому-то гитара нужна в колонке, чтобы звучало при включении, да? Кто-то задается вопросом, а что купить вот за вот, ну, примерно 6-5 тысяч рублей, может быть, я Газгольдер возьму себе и нормально там на дачу таскать и тому подобное. Конечно, конечно, ясен хер, это совершенно, сука, разные колонки. Эта колонка куда-нибудь, не знаю, в карман запихать там, ну, в рюкзак, эту, если ты, не знаю, с валуем кентуешься, для него это вообще карманная, мне кажется, или ну, куда, в барсетку. Ладно, колоночку свою, барсетку, да, кинуточку, и все. Ну, то есть, ты понимаешь, да, разницу. Ну, окей, я уверен, что многие захотят, типа, услышать, что мы получаем за 5-6 тысяч рублей. Вот мы сегодня с вами это посмотрим. Вопросов, я думаю, нет. Ну, то есть, все. Дальше никакими треками больше вам не буду показывать примеры. Ну, оно и понятно. 50% звучит. Вот убавляешь, когда даже вот на минимум, да, она прям классно отрабатывает. Послушайте, как она, частоты, бас. Процентов сейчас сделаю. То есть вы прекрасно слышите, что все инструменты, они прослушиваются, нет никакого засера такого, что прям что-то средний, высокий запирали. Молодцы, вот это пиздата, извиняюсь за слово молодцы, это классно, хорошо сделано прям. Читаемый, все прекрасно, блин, все, я теперь, это моя новая колоночка, теперь она будет у нас на шашлыках играть. Осталось только, конечно, узнать, сколько она реально играет. Написано, значит, в интернете, на форумах писали то, что там 6 часов, 5 часов играет. Если это так, то зашибись. Если, конечно, она играет часа 2, херовасто будет, конечно. Но где-нибудь в сторисах, там, в инстаграме, ссылка будет в описании на него, там можете узнавать всякие инсайды, скажем так. Это же модно сейчас так говорить, да, инсайды, там, что еще, как это... сливы, вот, сливы, не те вот эти сливы, а сливают когда, да, инфу. В общем, там все будете смотреть. Ну, и там я уже скажу, сколько она служит.
служит, и как хорошо, и как долго она работает. Может быть, там на улице отдельный ролик еще сбили, потому что она прям вот для улицы офигенная колонка. Это прям покруче, чем вот эта джибелька, которую Петрович стоит там. Ну, теща, услышав эти слова, что эта колонка будет на шашлыках играть, перекрестилась, мне кажется, сейчас раза 4. Очень нравится мне. Прям обалденно. Чистенько так, мягенько звучит. Я прочитал твои мысли. Я прочитал твои мысли, ты спросил бы, а как хоп стара 6, а? Сейчас узнаем. Знала батьку, да? Молодцы, бля, вообще классную колонку сделали. Вы извините, конечно, что я, наверное, запикаю, а может и не запикаю. Но это круто, это реально классно звучит. Скрипки не такие. То есть, вот слушайте, скрипки здесь не такие отчетливые, как здесь звучат. Вот здесь мне прям нравится. Нашли за бичевскую цену, ну как, относительно для этого звучания нового чемпиона. Вот спросите теперь Hope Star заказывать там за 3500, конечно же, она стоит там 4, да. Неплохая колонка, но ждать ее из Китая, ну у кого-то, конечно, во дворе, хотел сказать, в магазинах там местных, да, продается в городе. Но вот эта штука. Покупается, вот я заказал из Москвы, но в Брянск приехал на следующий же день и забрал ее в торговом центре «Весна». Ссылочка в описании. В общем, звучит пиздато. Звучит круто, мощно, чисто, вообще красиво, красочное звучание, то есть настоящая портативная акустика. Насчет вот этой вот всей штуки, ну как бы, где это, подсветка, да, это... Где там она, больняха, муха? Вот. Ну, такая себе, ну я считаю, что это цыганщина. Ну, я видел, как более красиво сделано в JBL-ке, вот Party Box, вот эти все штуки, и в тысячнике, она там красивая. Это цыганщина, такое себе, да? Вид, опять же, у нее пластиковый, ну, вид пластиковый, ну, ты понял, да? Вот такой рубленый пластик, не воняет, вот не вонючий. Ну, то есть нормальное звучание, нормальная колонка. Единственное, что она, мне кажется, будет хрупкая, потому что если ты ее уронишь куда-то на бетон, там, она треснет, да. Я не знаю, как с патибоксом, но вот это может бахнуть. Но здесь самое главное звук, и звук здесь просто отменный.
Стоит ли эта колонка своих денег? Безусловно, стоит. Это лучшая колонка, что сейчас я буду брал за эти бабки. Это просто сок, это супер звучание. И, кстати, да, относительно аккумулятора, еще раз повторяюсь, в Инстаграме, в сторисах, либо где-то там буду публиковать относительно того, сколько она реально играет. Потому что сейчас за распаковку, вот так сидя, я вам не скажу, сколько. Пока мы только оценили внешний вид, как она звучит, а звучит она просто уительно. Как-то так. Что думаешь ты относительно данной колонки? Пиши в комментариях под этим видео. Ссылок не будет, я не знаю, там сами покупайте, где вы хотите, там любой магазин. Точно скажете реклама. Сами найдете, сами купите. В Яндекс.Маркете посмотрите, где самый лучший, как говорится, прайс на сегодняшний день. Вот так. Пока. Вечеринки можно спокойно, их еще можно две сделать. Да нет, а что ты две не сделал? Не знал, блин, я, что ты? Не знаю, надо себя жрать заранее. Слушай, это же нужно Кати на хате делать, да? Пати на хате. Кити Пати. Кити Пати, да. Кашачики, ты вечеринки, слушай. Есть тут Кати Бокс? Ну, Пати Бокс есть. А есть Кити Бокс? Кити Бокс. Да, это и нет. Кот, ты ее не утащишь даже. Я бы сказал, да. А ты ее зачем вижу? Ты ее быстренько сюда таскать. Много хочешь. Да-да-да, я не хочу, я просто скажу так, иди сюда, скажи, туда тащи, сюда бери, Федя, ты иди с ней, рад, понял? Кот! Иди с ней, родись, агар!